привет, с вами Поля. Сегодня мы поговорим о посещаемости на известных торговых площадках. Я знаю, что многие из вас сотрудничают с какой-то или с какими-то из этих площадок, и эта информация будет для вас полезна. Сегодня мы поговорим с вами о трех крупных торговых площадках: Etsy, Creative Market и The 100 JPEG. На Etsy в ноябре посещаемость выросла и была в сумме 458 миллионов 160 тысяч. Из них США 60,79, Соединенное Королевство 10,3, Канада 5,2, Германия 3,32, Франция 3,17%. Сравним с посещаемостью в октябре. США 61,42, Соединенное Королевство 8,83, Канада 4,93, Германия 3,32 и Франция 2,76%. Мы видим, что из США посетителей стало меньше, из Соединенного Королевства и Канады больше, из Германии такое же количество посетителей и из Франции тоже количество посетителей увеличилось. И в сумме заметен значительный рост посещаемости. На Creative Market была стабильная посещаемость в сумме 6 миллионов 740 тысяч. Из них США 27,83%, Соединенное Королевство 4,38%, Бразилия 4,16%, Индия 3,17%, Канада 3,15%. Сравним с посещаемостью в октябре. США 27,75%, Бразилия 4,21%, Соединенное Королевство чуть больше 4%, Индия 3,42%, Индонезия 3,23%. Мы видим, что Бразилия и Соединенное Королевство поменялись местами в ноябре, и вместо Индонезии на пятом месте появилась Канада. А в целом посещаемость на Creative Market стабильная. На The 100 JPEG также посещаемость стабильная, 548 тысяч человек. США 38,49, Соединенное Королевство 3,1, Канада 2,91, Индонезия почти 2%, Бразилия 1,81%. Что же было в октябре? США 44,5%, Канада 4,5%, Индия 3,65%, Австралия 3,17%, Соединенное Королевство 2,77%. Мы видим, что из США и из Канады посетителей стало меньше, из Соединенного Королевства больше, а вместо Индии и Австралии в ноябре были Индонезия и Бразилия. Индия, Индонезия и Бразилия – это продавцы, я так думаю. Насчет Австралии я не уверена. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, работаете ли вы с этими торговыми площадками и как у вас идут дела. С вами была Полли. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока!